Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот тема сегодняшнего разговора нашего будет это батарея EUV. Обслуживание, заряд, параметры и все прочее. Случайно наткнулся на ролик в YouTube, в котором очень опытный, молодой и убедительный аккум-блогер рассказывает, что, вернее, не рассказывает, это неправильно будет, неправильное выражение, он просто убеждает, что батарея вот такого типа EUV заряжается с помощью 14,4 вольта. Свои навыки, свои способности он демонстрировал на абсолютно новой батарее из магазина. Скажу вам по секрету, что абсолютно новую батарею EUV подогнать до необходимых параметров, конечно, можно напряжением 14,4 вольт. Но для этого нужно зарядное устройство, которое будет тянуть эти 14,4 вольта до минимальных токов, до окончания заряда буквально на 0,1 ампера это зарядное устройство будет вытягивать. Ну, возможно, это будет даже не зарядное устройство, а блок питания, элементарный блок питания, который будет держать 14,4 вольта на протяжении определенного времени. И новая батарея, конечно, она наберет плотность. У нас сегодня на нашем, так сказать, обзоре батарея, которой год, вот дата выпуска 10.20, так как бы настроить, вот видно 10.20, то есть батарея чуть больше года. И поступила она ко мне вот с такими параметрами. Сейчас давайте снимем их, чтобы это было наглядно, убедительно. Параметры я уже записал. В принципе, идея записать ролик появилась буквально 3 минуты тому назад, и я решил ее осуществить. Я уже начал заливку. Сейчас все объясню. Так, технология EUV. EN600 600 ампер. Вот залил чуть-чуть воды в три банки, уже появилось 71 и 506. Ну, NRC 1296, NRC сразу поползло вверх. Вот смотрим на параметры, которые были. Значит, сравним. Здесь 69 по соху. У нас появилось 71 и 500 пусковой, 506 на данном замере. И НРЦ начало у нас расти. 12,96, было 12,84 на момент, когда привезли. Батарея теплая, батарея была в помещении. Вот. 14 градусов, грубо говоря, 14 градусов. Значит, теперь смотрим, в чем проблема была. Почему эти батареи за год использования, они в своих показателях практически не теряют. EUV, мною уважаемая батарея, в частности, именно EUV. Батарейки очень хорошие, крепкие, хорошо переносят глубокие разряды, но поднять плотность в этих батареях, конечно, очень проблематично. Хоть и очень опытный молодой блогер говорит, что 14,4 вольта достаточно для того, чтобы раскачать эту батарею, это просто бред. Ребята, я утверждаю под каждой буквой своей, я подпишусь, что это натуральный бред. 14,4 вольта для поднятия плотности в
бывшей в употреблении и просаженной батареи, тем более важна именно просадка, которая долгосрочная, долгоиграющая. Просадка, когда человек ездит с недозарядом, либо накопленный разряд, это когда человек передвигается по городу на короткие расстояния, и за определенный период набивается сульфатация, которая 14,4 вольта, никогда в жизни с EUB не выбьет. Так, ну вот смотрите, три банки я уже залил по 60 миллилитров, и уровень у нас вот такой, где-то порядка 4 сантиметров в трех банках, в двух банках я долил, в этих по 2 сантиметра над уровнем пластин. Это уровень маленький, плотность, давайте замерим плотность, и плотность у нас 1,30. Плотность 1,30 с маленьким уровнем электролита, естественно, батарея, она работать не будет. Будем так говорить. С уменьшением уровня электролита в батарее уменьшается уровень заряда, то есть суммарная емкость аккумулятора. И батарея полностью раскрываться не будет. Сейчас мы добавим во все банки по 60 миллилитров. Так, я буду доливать на ваших глазах. Вот, 60, нет, не получится. Или получится, давайте я поставлю на штатив камеру. Так вот, вот так вот. И будем доливать. Вот так, более-менее. Здесь также, так, в 3 долили. Еще в 3. Сейчас мы разбодяжим электролит. Мерить плотность сразу после заливки бесполезно, потому как на самом деле вода очень плохо смешивается с электролитом, с кислотой. Чтобы его размешать, нужны определенные условия. Так, ну давайте проверим. Так, везде по 4 сантиметра. Так. 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 И так. Теперь аккуратненько еще наливаем по 10 миллилитров в каждую банку. Десять. Так, делаем замер. Так, ну ближе к заводским значениям. Немножко еще отставание есть. Но отставание это мы сделаем скидку на недозаряд. Сейчас эту батарейку. Так, вот буквально, смотрите. Здрасте. Здрасте. Так, ну, приезжал клиент, и пришлось немножко отключить запись. Так, ну вот, произвели доливку, и, естественно, плотность у нас будет 1,19, и такая плотность будет по всем банкам. Ну, здесь немножко 1,21. Один двадцать один. Так, ну подождем немножко. Чуть-чуть подождем, пока вода
начнет связываться с электролитом за счет естественной диффузии. И после этого произведем дозаряд, но не 14,4. Я не буду экспериментировать, не буду показывать, не буду доказывать. Я буду делать сразу предзаряд, основной заряд напряжением 14,7 вольт. И после окончания основного заряда сделаем очередной замер по плотности. Вот мне, блин, крайне любопытно. В принципе, батарея, она пришла как бы полностью заряженная, с полным зарядом, с полной плотностью. Вы это все видели. А, блин, я, наверное, не показал плотность 1,30, не помню. Ну, суть дела в том, что придется вам поверить мне на слово, если не показал. А может, показал. Ладно, суть дела не меняет. Ну что ж, даем отстояться батареи час. И после этого ставлю на основной заряд. Это я вам тоже продемонстрирую. Ну что, вот поставил эту батарейку, загнал ее в гараж, в котором она проживет, я думаю, пару дней, возможно, пару дней, возможно, сутки. И заряжать мы будем ее, основной заряд будем заряжать вот на этом зарядном устройстве, на китайском. Модель AG618F. Вот такое великолепное китайское устройство, которое я использую на предзарядах и на основных зарядах. Для дозарядов это устройство, конечно, не годится. Есть у меня еще одно такое же устройство. Но оно сейчас в ремонте, уже в ремонте довольно-таки продолжительное время. Никак не могут его довести до ума. И по алгоритмам эти зарядные устройства отличаются. Эти два я заказывал у одного продавца, а то зарядное устройство было куплено у другого продавца. Ну, тому зарядному устройству, наверное, уже 3 года. Эти довольно свежие. Эти я в этом году приобрел. Одно устройство пришло немножко покалеченное. Ну, в принципе, этот дисплей, он особой информации не несет, поэтому я на него как-то не сильно обиделся. А после того, как продавец мне вернул $15 за мой спор, то оно мне еще больше нравится. Так, ну что, немножко по зарядному устройству. Чем оно мне нравится? Тем, что здесь можно регулировать ток, зарядный ток, вот на этом устройстве продемонстрирую. Ну давайте включим его и будем уже разговаривать непосредственно. Про нашу батарейку. Ну вот зарядный ток сейчас уже сразу начал остановился на отметке 3 ампера. Хотя это зарядное устройство до 17 ампер оно выкатывает уверенно. Именно в этом исполнении. То зарядное устройство у меня выкатывало 15 максимум. Значит, что еще? По напряжению в ручном режиме. Ручной режим – это напряжение до заряда. Это устройство больше 15,6 вольт не выдает, к сожалению. То устройство, которое у меня в ремонте, оно выдавало 16,1 вольта. И, в принципе, дозаряд некоторых батарей я на нем неплохо проводил. Так же, как и вот это вот. Но про это устройство мы поговорим
немножко позже. Значит, есть возможность заряжать литиевые батареи, хотя с литием я еще, честно говоря, ни разу не сталкивался, не связывался, и такое имею поверхностное представление, как с ними работать в общих чертах. Так, у нас здесь заряд отключен. Вымпел отключаем. И в принципе, что еще можно сказать про этот зарядник? Так, напряжение окончания заряда здесь 14,7 вольт, а на этом почему-то 14,8. В чем подвох, пока не знаю, но факт остается фактом. Здесь 14,8, здесь 14,7. Так, и что ж, друзья, оставлю я этот аккумулятор EFB до утра. Батарейка по окончанию заряда неплохо переходит в буферный режим. И можно без риска оставлять батарейку на ночь, что я сегодня и сделаю. И завтра по окончании заряда мы замерим плотность аккумуляторной батареи. Как я уже говорил, что некоторые парни сильно самоуверенные в себе заявляют, что для EFB достаточно напряжения 14,4 вольт. На новых я согласен, но батареи, которые эксплуатируются батареи, как правило, в различных условиях, в разных. И 14,4 вольта — это мертвому припара, или как там говорят, слону дробинка. Ладненько, буду заканчивать на сегодня. Башка уже практически не соображает. Сегодня навезли вот этих больших батареек мне. Заставил, кого надо, еще привезли. Так что приходится повозиться немножко. Ну все, на сегодня ролик заканчиваю. Следующее включение будет завтра. Итак, заряд у нас окончен. Основной заряд. Как видим, зарядная перешло в буферный режим. И конечное напряжение основного заряда у нас 14,7. Также соседняя зарядная перешла в буферный режим, закончила основной заряд. Я их оставлял на ночь. И также оно в буферном режиме. А теперь самая волнительная часть нашего, как правильно, мармезонского или марлезонского балета. Замеряем плотность. Судя по логике, 14,7, напряжение больше, чем 14,4. Поэтому после этого заряда у нас должна вырасти плотность. Как мы помним, батарея была полностью заряжена. Плотность была 1,30. Мы всего лишь навсего долили воды и подняли уровень электролита до необходимых параметров. Мерим плотность. Ой-ой-ой, а что это у нас? Что такое? Плотность 1,20? Как так? Почему она не выросла? Следующая банка. Такая же плотность 1,20. Следующая банка 1,20. Ой-ой-ой. Надо, наверное, на 14,4 перейти напряжение после 14,7. Ой-ой-ой. 1,20.
что ж такое-то, а? Что ж такое-то? 1,20. Один двадцать. Да уж не получилось у нас притворить сказку в быль. Не получилось. Что ж делать нам? Наверное, бултыхать аккумулятор, как советует нам аккумуляторный блогер. Бултыхать, бултыхать и бултыхать. Но вы знаете, бултыхание, жонглирование с аккумулятором вам тоже ничего не принесет. Поэтому мы отключаем зарядное устройство, выходим с буферного режима и даем аккумулятору отстояться. Отстояться до падения НРЦ, до минимальных значений. Это 13,1 может быть, может 13, может 13,2. Как НРЦ устаканится и в течение часа будет стоять на одном уровне, мы продолжим наш заряд. Вернее, начнем дозаряд с этой батареи. Прошло времени 2,5 часа, и напряжение у нас НРЦ устаканилось на отметке 13,1 вольт. Будем плавно перемещаться в сторону вымпела 57. Сейчас я установлю крокодилы и покажу алгоритм заряда, с каким мы будем дозаряжать батарейку. Установил на вымпел, выставил максимальное напряжение 17 вольт. И EFB моментально разогналась у нас до 16,9 вольта. При сейчас 16,8, и идет постепенное снижение тока. На соседнем устройстве у нас батарея АКОМ, также поджаренная, но это поджаренная посильнее, сюда воды, пластины почти практически были сухие, и воды сюда вошло где-то, по-моему, по 150 миллилитров в каждую банку. Также сейчас мы посмотрим плотность. Одну минуту. Так, давайте замерим плотность. Батарея прошла основной заряд, и плотность у нас 1,15. Так, 1,15, 1,16, 1,17 где-то, 16,17. Также прошел основной заряд на китайце. И до 14,8 вольта. Ну, стояли они вместе с нашей EFB. Когда был закончен заряд, я не знаю, потому как оставлял на ночь. И по приходу, по приезду в гараж, батареи перешли. Ну, давайте еще раз убедимся, что перед началом дозаряда у нас плотность 1,21, и проводим дозаряд вымпелом 57. Эта батарея сейчас немножко НРЦ устаканится, в принципе 13,1 можно тоже начинать дозаряд. Давайте я покажу, как я это делаю. Так, выставляем 17 вольт. 17 вольт. 75-я батарея. 5%, значит, 3,7 ампера. Выставляем 3,7 ампера. И включаем зарядник в работу. В
Вот EFB 16,9 вольт. И ток заряда 1,7 ампер. Батарея легко разогналась. Выставляю 17 вольт. Не все батареи так легко разгоняются. Поэтому выставляю в том случае, если батарея не разгоняется до этого, до таких вот напряжений. Значит, выставляю 17 вольт перед началом заряда и 5% емкости. Ну, то есть, в данном случае 3 ампера батарея 62, 3 ампера. Батарея легко подбирается к 17 вольтам, и зарядный ток потихоньку падает. Ну, бывает, не всегда все так гладко, когда эта батарея у нас, она была, ездила на перезаряде. То есть, и батарея довольно свежая, ей год. Поэтому она с легкостью набирает. Но если батареи 2 года, бывает 3, и батарея с трудом доходит до 16 вольт, в этом случае нужно ее разгонять уже подпором тока. Первоначально включаем батарею, зарядное напряжение остановилось на, допустим, 16 вольтах при 3 амперах. Поднимаем ток и разгоняем батарею до 16,3, 16,2, 16,3 минимально. Потом, после небольшого промежутка времени, напряжение начнет у нас падать при этом токе, до которого мы подняли. Там может быть и 4 ампера, может быть и 5 ампер. И напряжение начнет снижаться. Как только оно снизилось опять до 16 вольт, зарядное устройство отключаем и оставляем батарею отстаиваться минимум 4 часа. Если это произошло у вас вечером, оставляйте до утра. Утром батарея у вас легко разгонится уже до значения 16,3 при 3 амперах. Не разгоняется, опять делаем подпор током, разгоняем батарею. И так нужно будет сделать несколько раз, пока батарея не будет разгоняться минимум до 16,3 вольт. Ну вот в данном случае 16,9. Батарея хорошо себя чувствует, нормально идет заряд. Время у нас сейчас 12:30. И посмотрим по времени. Окончанием заряда будет считаться поднятие плотности 1,28, 1,29 в этой батарее. Так, ну что, продолжаем работу. Ну вот, ДС на батарее выровнялся, прошло 1,5 часа, и вымпел нам говорит о том, что заряд окончен. Мы отключаем зарядное устройство от сети и произведем замер плотности через 1,5 часа после начала дозаряда. Так, плотность у нас выросла до 1,24. 1,24 в батарее EFB. Так, ну, я думаю, что во всех банках плотность будет равномерная. То же самое. Видим плотность 1,24, 1,5 часа заряда. Так, давайте посмотрим, что у нас 75-й батарея. 75-й батареи. Плотность у нас 1,20. Теперь делаем отстой. Отстой. Отстаиваться батареи будут до 1,13 не упадет до 13 вольт, 13, 13,1, так как у нас зарядное устройство является нагрузкой,
то, возможно, НРЦ упадет до 12,9. Как только НРЦ у нас опустится до этих пределов, сделаем опять замер и включаем следующий цикл дозаряда. По поводу батарей, которые у нас кальциевые батареи, которые либо долго стояли в разряженном состоянии, либо ездили с недозарядом, они не набирают. Вот одна у нас батарейка, которая не набирает напряжение окончания заряда для того, чтобы у нас пошло активное газовыделение. Вот так это у нас. Так, какая батарея? А у нас, в принципе, две. Вот это аккум желтенький и аккум синенький. Это штатная батарея. На ней, возможно, ездили с недозарядом. И также вот она пришла с такими показателями ко мне. 11% по соху и полностью батарея высажена. Плотность 1,17. 17 это с доливом. Здесь такие же показатели, 1,17. Значит, что мы делаем с этими батареями? Разгоняем током до максимального тока, делаем 10 ампер и до максимальных показателей. Здесь тоже 15,7, батарея разогналась до напряжения 15,7. Также выставляем 6 ампер. И смотрим, до какого предела батарейка разгоняется. Вот 16,3, 16,4, отлично. Отлично, батарейка начала разгоняться. Вот эта батарейка у нас остановилась на пределе. Эта батарея стояла, также кальциевая батарея. Она стояла, никаких... Привезли ее с никакими показателями, то есть напряжение на батарее 3,1 вольта и плотность 1. Первый цикл я провел, основной заряд, и батарея не разгоняется. Вот сейчас мы ее разогнали 10% до 16,1 вольт и ждем окончания заряда. Как только вымпел нам пишет, что заряд окончен, заряд прекращаем и уходим в отстой. Если НРЦ не опускается до 13,1, даже на зарядном, отключаем крокодильчики и ждем пока, и ждем до следующего дня. Делаем отстой 12-18 часов. На следующий день батарея у вас уже легко разгонится до 16,3. И в таком же... В таком же порядке мы разгоняем эту батарею до 16,6 вольт. 16,5, 16. Ну, бывает достаточно для удаления стратификации 16,3. 16,2, 16,3. Ну вот, смотрим. 16,4 батарейка у нас разогналась. Ток зарядный потихонечку падает. И как только он начнет расти, либо... нам зарядная укажет, что заряд окончен, мы отключаем зарядное устройство и отстаиваем батарею. Вот в таком плане. Здесь батарея не разгоняется больше 15 вольт, 15,8 вольт. Подождем, отключим зарядное устройство. Подождем, пока упадет НРЦ, и будем с помощью качелек разгонять эту батарею до 16,2. Сегодня наша задача вот эту батарейку разогнать до 16,2 вольт. Вот показатели. На этой батарее 19 сох, 51% заряда и 239 ампер пускового тока. Сопротивление 1,56. Эта батарея ездила с хроническим недозарядом. То есть на автомобиле зарядка была где-то в пределах 16,2. Ой, 16,2, запарился уже. 13,9,
не дотягивало до 14 вольт. Ну и батарейки пошел пятый год, поэтому каких-то хороших результатов мы не дождемся. Но люди попросили просто ввести эту батарею в эксплуатацию, чтобы поездить до того момента, пока они не накопят денег на новую. Не все могут себе позволить, к сожалению, приобрести новые батареи. Так, ну что ж, будем ждать, пока не устаканится НРЦ. Сейчас у нас время почти 10 минут третьего. Как только НРЦ устаканится, делаем замер плотности и производим следующий дозаряд. Ну вот, пролетело 3,5 часа после начала отстоя. Давайте замерим плотность. Наших батареях. Итак, плотность 1,24. Вот так вот видно будет, да? 1,24. И во второй батарейке 1,20. Я надеюсь, видно 1,20. Подключаем к зарядному. Итак, на этой батарейке на 75 13,2 НРЦ, на EFB 13,1. Ну, нормально, времени остается мало. Сделаем еще один цикл сегодня зарядный. Так, 3,7 у нас надо будет. 3,7. Вот так, здесь троечка. Делаем еще один зарядный цикл. И батареи будут отстаиваться до завтрашнего утра. Вот как видите, сейчас зарядное напряжение при всех тех же параметрах пока 16,2. Так, уже 16,4. На 75-й полезло 16,8. Немножечко. Ой-ой-ой, немножечко убавим, 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 убавим и оставим так 16,6. Здесь мы тоже убавляем до 16,6, выравниваем и оставляем заряд так 16,7 по первой, 16,6 оставим. Вот так вот, этого будет вполне достаточно. И сегодня опять же в конце рабочего дня, вернее в конце цикла, в конце этого зарядного цикла, как только нам вымпел подскажет, что заряд окончен, опять замерим плотность и удалимся почивать на лаврах дома. Ну что, прошло у нас 2 часа где-то 15 минут после начала второго дозаряда. Сейчас вымпел нам скажет поточнее, сколько у нас времени прошло. Время 7 часов вечера. Пора собираться домой к мамочке. Поэтому сегодня, да, 2 часа 17 минут прошло. Почти угадал. И примерно равно вымпелы отдали на обе батарейки. Давайте замерим плотность. Что у нас, что мы получили в батарейке EFB за второй дозаряд. Так, имеем мы
плотность практически 1,26. В этой баночке я мониторил, по банкам примерно плотность равномерная. Небольшой разрыв есть. Вот здесь 1,25. Ну, в одну точку мы потом еще сделаем в конце уравнивающий заряд, но это будет завтра. Сегодня мы оставляем так, как оно есть. Зарядники отключаем. И утром также сделаем замер. Ну, здесь тоже 1,25. Утром сделаем замер. И промониторим, насколько поднялась плотность за время отстоя. В этой батарейке у нас плотность 1,20. Почти 1,23, 1,22 с половинкой. Проверим, сколько здесь выросло и насколько выросло здесь. Ну что, сегодня на сегодня хватит, на сегодня достаточно. Поработал сегодня неплохо. Одеваю свои зимние зимнюю шапку, пуховик и мчусь домой. Ну что, друзья, после окончания заряда батарея отстоялась 15 с небольшим часов. И давайте сделаем замер плотности, что нам дал отстой. Ну, плотность у нас после отстоя не поднялась, а упала. Так. 1,24. Поэтому нельзя делать какие-то предположения заранее. Так, в этой батарейке у нас плотность поднялась. В этой батарейке, в 75-й батарее, плотность поднялась. Так, плотность 1,23. А в VFB плотность наоборот упала. Видимо, произошло смешивание. Так что продолжаем наш дозаряд. Это будет третий цикл дозаряда. Так, НРЦ 12,9, здесь 13,1. На 75-й батарейке явно видно, что произошло, что еще присутствует расслоение, стратификация. Так, 12,9, ну это говорит о том, что возможно уже в этой батарейке электролит разбитый за счет перезаряда. Ну, будем вытягивать. Я надеюсь, вытащим хотя бы до 1,27. И это будет нормальный, прекрасный результат. Так как батарея была обсохшая. Ну что ж, продолжаем нашу работу. Так, ну вот, прошло 2 с лишним часа. И вымпел нам написал, отправил сообщение, что заряд окончен. Отключаем вымпел и мерим плотность. Как видим, плотность 1,25. Опять отстаиваем до нормализации НРЦ 1,30, 1,31. Так, здесь также 1,25.
ждем, когда упадет НРЦ. 75-я батарейка пока идет. Заряд продолжается. Так. Ждем. Отстаиваем батарею. Ну что, друзья, очередной цикл закончен. Батарейка стоит вот стоя. Время окончания моей работы. Смотрим Путина Владимира Владимировича. И потихонечку чистим лыжи в сторону дома. Сделал еще два заряда. И плотность у нас батарейки EV 6. Ну, сейчас можно сказать, что в районе 1,26. Значит, батарейка будет отстаиваться опять до утра. Так, вот это наша 75-я батарейка. Здесь немножко тоже с мертвой точки сдвинулась. 1,25. Я к вопросу о том, что вот эти парни, которые называют себя мастерами, которые выпускают ролики и убеждают всех в том, что достаточно 14,4 вольта для заряда, для поднятия плотности. Вот наглядный пример. Батарея пришла абсолютно заряженная. Плотность 1,30, но плотность была на самом... электролит был в самом низу, едва прикрывал пластины. Мы просто долили воды в батарею, и уже вторые сутки работаем с этой батареей. И, возможно, придется работать еще и завтра, для того, чтобы вытянуть плотность хотя бы до 1,27. Ну, это все будет в этом ролике, хоть он и будет растянутый. А для того, чтобы показать, что вот эти парни, чем они мотивируют на новых батареях, на абсолютно новых батареях. Смотрите, как это легко. Вот давайте пройдем к этой батарее, которая у нас, нам привезли абсолютно просаженную. Вот показатели этой батареи. Я уже говорил. Но это новая батарея. Ее просадили. Вот видите, 3 вольта на этой батарее было, и плотность была 1,0. Вот дата выпуска 06/21, то есть июнь 21 года. Батарея была высажена, и ее она простояла 3 месяца на автомобиле, и абсолютно высадили эту батарейку. Я работал с ней сутки, то есть практически за один прогон. Плотность 1,27, батарея вот стоя. Я думаю, до утра вот так вот, наверное, видно будет. 1,27, до утра батарея отстоится, и плотность вырастет до 1,28. Вот этой батареи, то есть эту батарею можно уже отдавать. Ну, давайте посмотрим показатели теперь этой батарейки. Давайте посмотрим показатели, что нам выдаст Conway. Так, мне обычная 500 ампер. Вот батарея по соху показывает 93%, 483 ампера пусковой ток, сопротивление 5,71 и напряжение 13,02. Батарея еще не отстоялась, но что я хочу сказать, вот эти батареи Racer, они с прилавка не выдают вот эти параметры, которые заявлены. Именно вот эта вот линейка
потому как это мое личное предположение, что эти батареи все-таки делаются с вторичного свинца. И ну, такой бюджетный сегмент, качать ее, раскачивать, раскрывать полностью, это как бы можно это все сделать, но это все бесполезно, ребята. Вот 93% это полные параметры, которые эта батарея выдает. Плюсом к этому вот эта глубокая просадка, ни одна глубокая просадка, она не проходит бесследно для батарей. И параметры обязательно просядут. Батарея будет чувствовать себя намного хуже. Вот примерно так это все выглядит, а не так, как на каналах, которые называют, парни, которые зарядили за свою жизнь 3-4 батарейки и присвоили себе, тут же присвоили себе звание мастер. Ну, ребята, выводы делать, конечно, вам. Эта батарейка завтра уйдет, а с теми батареями я еще, скорее всего, завтра буду работать. Ну, все это я постараюсь выложить в дальнейшем в этом видео. Так, на сегодня буду закругляться, собираться домой. Следующее включение у нас будет завтра. Ну что ж, друзья, батарея отстояла 17 часов. Давайте замерим плотность. Так, плотность у нас 1,27. Ну-ка, сразу замерим эту батарейку. 1,26 здесь. Так, эта батарейка EFB больше я гонять не буду, больше с ней работать не буду, работа завершена. 1,27 это нормальный результат с учетом того, что батарея работала в батарея перекипела на автомобиле. И часть электролита, она уже преобразовалась, то есть разбита вторичным электролизом. И сера, эта батарея, вот те параметры, которые были при приемке 69, по соху 500 ампер выдавала. Эти параметры, скорее всего, они на этой батарее останутся. А обычно нет. Необычно это те технологии EFB. Потому как вот такое отношение, оно просто так не проходит. 600 ампер. Сейчас буду звонить клиенту, чтобы клиент забирал эту батарейку. Так, ну, смотрим параметры. Ну, батарея улучшила характеристики. 84% по соху, 551 ампер пусковой ток. NRC 1281 и сопротивление 5.20. Сопротивление было 5.52, 500 ампер пусковой и NRC также было 12,84. Больше эта батарея не раскроется, потому что, еще раз повторяю, что вот эти перезаряды, они даром не проходят бесследно для батареи. Ну, давайте еще эту батарейку проверим тоже. Что здесь
Еще один цикл я буду делать, но давайте глянем, что с ней. Батарея EFB ездила с перезарядом, так же, как и это. Но здесь был явный перезаряд, потому что владелец привез и тут же снял генератор, отправил его на ремонт. Батарейка была батарейка выкипела. Так, обычная. И здесь у нас 700 ампер. Здесь также незначительное будет повышение характеристик. Ну, было 38, стало 53 и 513 ампер пусковой ток. НРЦ 1299. Видим, что НРЦ немножко завышенная. Еще один цикл с этой батареей можно сделать. И сопротивление 5,37. Было 6,37. На одну единичку напряжение упало. Так, ну, буду резюмировать ролик, потому что он и так у нас получился очень длинный. Значит, никакой речи о 14,4 вольта, как утверждают некоторые наши блогеры. При заряде и поднятии плотности таких батарей быть, конечно же, не может. 14,4 может с помощью напряжения 14,4 можно добиться полного поднятия плотности и полного заряда только при на новых батареях. Батареях, которые пришли только с прилавкой, и чуть-чуть они подразряжены, там долго хранились, все прочее. А те батареи, которые были в эксплуатации, ездили либо с перезарядом, либо еще хуже, с хроническим недозарядом. Ну, в принципе, вопрос, конечно, спорный, что хуже, а что лучше. Хронический перезаряд или хронический недозаряд. И то, и другое здоровье батареям не прибавляет. Так что, ребята, будьте аккуратней в эксплуатации с аккумуляторами. Смотрите за зарядкой. Вовремя обслуживайте. Не менее 2 раз в год батарею нужно обязательно заряжать. Но это минимум 2 раза в год. С условием того, что зимой батарея практически не принимает заряд, потому что холодная батарея заряд не принимает. Для того, чтобы прогреться батареей, нужно не менее 30 минут. И заряд постоянным током, который выдает генератор, тоже недостаточно. Следите за зарядкой, чтобы не было более 14,5. 14,5 это уже как бы на грани с нагрузкой. А перезаряд 14,7, 14,8, как говорят вот на многих японских автомобилях, так положено. Да не положено. Начиная с Евро-4 идет адаптивная зарядка, которая управляется блоком управления двигателя. Вернее, даже не двигателя, а автомобиля. Там стоит более умная система, которая смотрит, следит за разрядом батареи, и в какие-то моменты она добавляет зарядку, бывает до 15 вольт, там 15 копейками даже. Но как только ЭДС выравнивается, зарядки и аккумулятора, напряжение падает, бывает до 13,8, 13,7, 13,9, вот в этих пределах. Там, ну, более точная регулировка идет, которая адаптируется к батарее. Поэтому на более современных автомобилях как бы батареи высаживаются меньше при условии ежедневной эксплуатации. При длительных простоях, режим парковки, все прочее, батареи, естественно, высаживаются, потому что, как правило, нормальная паразитка — это 2075, и на новых, на современных автомобилях вот как раз в эти параметры блоки управления потихонечку и
подъедают батарею. Ладно, буду заканчивать ролик. И так он получился у нас очень длинный. Всем всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом. Удачи, здоровья, всего самого. А, уже говорил. Самое главное, не болейте. Всем пока.